Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Козлов выиграл чемпионат мира по плаванию среди юниоров. Хоккейная лада оставила неудел Спартак в континентальной хоккейной лиге. Веркаутер Анкрылев-Советов творит чудеса в премьер-лиге. Питерский зенит повержен 3-1. Крылья Советов впервые за 11 лет победили питерский «Зенит». Команда с берегов Невы еще к тому же и действующий чемпион страны. На игру главный тренер «Крылья» Франк Веркаутерен сделал несколько замен по сравнению с матчем против Кубани. Вышли нападающий Йоан Мола и полузащитник Георгий Габулов. Эта парочка и оформила первый гол ворота чемпионов. «Зенит» сделал счет 1-1 только во втором тайме, но недолго музыка играла. Все тот же Мола точно отпасовал бомбардиру «Советов». Сергею Корнеленко, и тот в своем стиле в одно касание отправил мяч в ворота «Зенита» 2-1. Через 4 минуты Мола Корнеленко заставили усомниться чемпионов страны в своем превосходстве в этом сезоне 3-1. Великий Халк с пенальти не смог забить Евгению Конихову. Победа Крыльев Советов и самарцы поднялись на седьмое место в чемпионате страны. Лидер столичные армейцы. Тольяттинская «Лада» заработала первую победу в континентальной хоккейной лиге в этом сезоне. В Москве сдался местный «Спартак». В середине первого периода счет с заброшенным шайбом открыл Александр Стрельцов. Во втором отрезке времени его брат Василий удвоил преимущество тольяттинцев. И за минуту до раздевалки Спартак сократил разрыв в счете до минимума 1-2. Все решил третий период и Александр Бумагин, не уходящий со льда, без заброшенной шайбы. И на этот раз его подключение принесло победу Ладе 3-1. Автозаводцы расположились на 11 месте в конференции «Восток» континентальной хоккейной лиги. Тольяттинский пловец Владислав Козлов выиграл в Сингапуре чемпионат мира среди юниоров. Комбинированную смешанную стафету 4 по 100 метров российские спортсмены преодолели за 3 минуты и почти 45 секунд. Этот результат оказался не только лучшим на турнире, но и стал новым мировым рекордом среди юниоров. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.